Всем привет! Привет! Мы продолжаем наши обзоры в помощь родительским комитетам. И сегодня у нас в Тони тема скорее для малышей, потому что это что? Три кота, три хвоста, три кота, виу-виу-виу. Точно! Это аппликации три кота. Очень легкие, на самоклеящейся основе. Их несколько видов. Смотри-ка. Развитие мелкой моторики, мышления, воображения, памяти и внимания, обучение цветам и формам. Вот. Ух ты! Вот это да! Так, а я буду вот этого толстячка собирать. У нас тут есть картонная основа и такие вот детали из Эва с липким слоем. Смотри, Тонь, только здесь нужно внимательно по слоям собирать. Отрываем. Вот. Конечно. И приклеиваем. Ну-ка, сможешь сама? Очень хорошо развивает аккуратность, внимательность и мелкую моторику. Давай, полоски на футболку. Посмотри, как они наклеены на картинке, да? И делай по примеру картинки, у тебя все получится. Материал очень мягкий и теплый. Работать с ним одно удовольствие. Интересная аппликация. Здесь очень много деталей. Ой, Тоня, ты приклеила не туда. Это же штаны. Посмотри, штаны темные, а рукавчики более светлые. Учимся сопоставлять картинку и цвета на аппликации. Прикольненький. Так, а Тоня использовала для глаз пятнышки от мяча. Это не пятнышки. Ну так посмотри, они у тебя не круглые. Это вот же глаз круглый. Получился отличный коржик. У нас есть еще аппликация? Да, мозаика. Эта мозаика совсем простая. Да. Для совсем малышей. Ну-ка, давай, открывай. Прикольненько. Прикольненько. Это же путешествие. Посмотри, они путешествуют на ките. Здесь все очень просто. Здесь нужно наклеивать точки соответствующего цвета. Да. Для развития мелкой моторики лучше нет. Тоже у Эва самоклеющийся слой. Просто отделяем от листика и наклеиваем. Нужно наклеивать ровно, чтобы не оставалось белых пятнышек. Смотри-ка, что это у нас? Аппликация из мягких гранул. Дизайн есть и для мальчиков, и для девочек. Ну-ка, давай, что? Вот это да! Посмотри-ка. Здесь липкая основа, на которую нужно приклеивать вот такие вот гранулы. Это мелко-мелко порезанная Эва. Тоже мягкий, теплый материал. Красный, синий, желтый, зеленый. Я буду клеить футболку. Футболку. Это зеленый цвет. Давай сделаем так. Оторвем все детали зеленого цвета. Так вот это четверка? Да, конечно. Еще можно параллельно учить и цифры, потому что здесь на детальках указаны цифры. Насыпаем и приклеиваем на все открытые места. Такая аппликация развивает не только мелкую моторику, но и усидчивость, да? Потому что нужно делать ее поэтапно. Теперь ссыпаем. Так. И получился костюм. Да. Красный цвет у нас обозначен цифрой 1. Где еще цифра 1 на картинке? Покажи. Цифра 1? Ну, вот. Правильно, цифра 1. Давай, отклеивай все цифры 1. Вот это да. Какой цвет у тебя остался? Синий. Синий. Вот. И цифра 3. Смотри-ка, сейчас у меня появится шляпа и солнышко. Угу. Вау!
вообще у меня? Давайте с рисунком. Аппликация из фольги. О, прикольненько. Это у нас опять самоклеющаяся основа. И вот такая цвета! Вот яркая фольга вот такая. Рыжий, это для кота. У меня есть вот такой. Зеленый. А вот для платья розовый, смотри, яркое розовое платье. Мы сначала отрываем защитный слой. Да, защитный слой. Теперь накладываем фольгу. Важно положить фольгу не цветным слоем, а вот таким вот бесцветным. Накладываем ее на изображение и начинаем хорошенько приглаживать, чтобы фольга прилипла к изображению. У меня остались здесь глаза, рот и усы. И теперь после того, как я хорошенько приклеила фольгу, я начинаю ее отрывать. И цветной слой остается на липком слое. Волшебство? Волшебство! Только у меня чуть-чуть не получилось. А потому что ты плохо пригладила, Тоня. Так, теперь гладь. Хорошенько нажимай пальчиком. Посмотри у меня тут что. Это же аппликация из раз. Картонная основа. Яркая, красочная. Да, посмотри, сколько много у меня страз. Здесь опять есть номера. И Тоня, например, может искать уже все единички, двойки, тройки и четверки. Давай посмотрим. Зеленые клеится, знаешь, на какую цифру? 6. Стразы с липким слоем. Нужно их отрывать аккуратно для того, чтобы этот липкий слой сохранить. Где здесь цифра 2? Мне нужно на нее наклеить желтые стразы. Цифра 2? Да. Вот цифра 2. Точно. Как будто бы драгоценные камушки у нас рассыпались, да, по аппликации? Вот это да, это же картина из пластилина. А пластилин у нас не простой, а легкий. Смотри-ка, что у нас с тобой тут есть. Пакетики с легким пластилином. Стейки, да, для того, чтобы нам работать. Разрезать напополам. Нам с тобой нужно будет наклеить на белые места аппликацию из пластилина. Нам нужен для работы синий цвет, красный, желтый. Сначала мы подготовим пластилин к работе. Вот так его надо разминать, растягивать и сжимать. Его надо размазать. Давай, размажь его по платью. Только ровно по контуру. И стеком поправляем, да, чтобы форма была. И я тоже своего солнышка поправлю, чтобы была она круглая. Лишнее уберем. Смотри на картинку и смотри, какого цвета пластилин надо для деталей. Отлично! Вот это да! Какая симпатичная карамелька у нас получилась! У нас замечательные картины! Отличные у нас получились аппликации! Какое большое разнообразие можно выбрать для детей совсем маленьких, а можно для детей чуть постарше. Вам, уважаемые родители, хочу напомнить про кодовое слово «Родители будущего» и скидку 30% на сайте Галамарт, на сайте galamart.ru и в магазинах Галамарт. Пока! До новых встреч!